ваш покорный слуга, не только журналист, но по первому своему высшему образованию физик. Я напоминаю, что закончил физический факультет Саратовского государственного университета, то имею право рассуждать о данных проблемах и понимаю, о чем идет речь. Что вы имеете право знать реальное положение дел. Тем более, что частично официальная информация уже была. Рутений – это вот грубо, очень грубо, это продукт распада 235-го урана. Это продукт, который получается, ну, при работе атомных станций и получается так называемый осколочный металл. Далее. Рутений – это так называемый долгоживущий изотоп, как мы уже сказали, 373 дня, вот грубо. У него длинный период полураспада. И считается, что чем больше период полураспада, тем радиоактивный изотоп опаснее. То есть рутений 106, он примерно в 50 раз опаснее, чем радиоактивный изотоп 131 йода. Почему это было упомянуто? Почему я упомянул йод? Потому что именно вот 131 изотоп йода, он был наиболее губительным для населения при аварии на Чернобыльской АЭС, который именно вот благодаря летучести этого облака накрыл территорию, где было 5 миллионов жителей. Дело в том, что суммарная активность веществ, которые были выброшены в результате Чернобыльской катастрофы, гораздо менее опасного, чем рутений 106, то есть, еще раз подчеркиваю, йода 131, это на него приходилось примерно 95,2% всего загрязнения. То есть, иными словами, от облучения рутением резко повышаются риски онкологических заболеваний при больших дозах, это лучевой болезни. Причем, вот такие радиоактивные изотопы, как рутений, цезарь, кобальт, стронций, они наиболее опасны, поскольку они наиболее долгоживучие. Дело в том, что рутений 106 – это радиоактивное вещество, которое применяется при терапии опухолей, а также в генераторах питания спутников и в небольших атомных реакторах. И при определенном уровне радиации он становится крайне опасным. Так вот, дело в том, что две недели весь Челябинск, он буквально купался в облаках радиоактивного рутения, и, по идее, он должен быть эвакуирован и объявлен закрытой зоной. Последствия после облучения, они начинают проявляться примерно через полгода. И критическим органом при облучении рутения является желудочно-кишечный тракт и легкие. Соответственно, через полгода следует ожидать критический всплеск онкологии желудочно-кишечного тракта, рака легких и так далее. Около 2 миллионов человек, они реально обречены на тотальное вымирание и потому что получили, ну, как следует из большой медицинской энциклопедии, смертельные дозы радиации, которые, повторяю, будут проявляться примерно через полгода. А порядка 20 миллионов человек, ну, это прилегающие области, это опасные дозы радиоактивного рутения. И, причем, точнее, я не прав, очень опасные дозы. А европейская часть России плюс Европа, они получили опасные дозы излучения. А это порядка 150 и более миллионов человек. И в данной ситуации совершенно непонятно, что дальше, вот из-за чего это произошло, было ли это ликвидировано, я не понимаю, и поэтому непонятно, сколько еще людей
они получат подобного рода облучение. Вы вправе задать вопрос, а как защищаться? Ну, тут я могу только сказать, вот из, на основании того, чему меня в университете учили, от внешнего излучения это время, расстояние и экран из, извините, свинца. От внутреннего это, так сказать, всевозможные меры против попадания в организм и в организм вот этих радиоактивных изотопов. Ну, теперь, надеюсь, друзья мои, до вас дошло, что там произошло в Челябинской области. То ли это был выброс на маяке, то ли это упал спутник, то ли еще что-то. Я, естественно, этого не знаю, но если говорить честно, меня лично это не интересует. Почему не предупредили население? Вот я уверен, убежден на 100%, что нечто подобное, оно должно было произойти в путинской России. Обязательно должно было произойти. На мой взгляд, тут надо удивляться, что это не произошло раньше, а произошло именно сейчас. Всем доброго!